Здравствуйте всем, привет всем. Сегодня я буду обедать на улице, в парке, зимой. Взял для обеда я тушенку, говядина, высший сорт. Она стоила больше 100 рублей. Вы просили, мои родные, мои дорогие подписчики, вы сказали, обедай на улице. Я сегодня буду обедать на улице. Ради вас, мои дорогие. Ради вас, мои родные. Ну-ка, давай вилочку. Она в пакете. Сейчас я открою. Сейчас я открою. Вот здесь. Тушенка очень вкусная. И, кстати, передаю привет Павлу Кузнецову. Павлу Кузнецову большой привет и его сыну Артему. Спасибо, что вы посоветовали мне пообедать на улице, мои родные, мои дорогие. Очень хорошо на улице, хоть и прохладно, но приятно. Очень приятно. О. Батя снимает. Вот. Вот такая вот тушенка, очень вкусная. В парке. Я вам тоже советую, пообедайте в парке, это очень классно. Такая вот. Передаю привет Павлу Кузнецову и твоему сыну Артему привет большой. Павел Кузнецов, благо, здраво, радости, удачи тебе. Ты очень хороший человек. И твоему сыну Артему привет, Павел Кузнецов. Не оглядывайся ты. Сам же головой вертишь. Я вообще не верчу. Я на тебя смотрю вокруг. Наверное, захотел тушенка из-за этого. Ну? Мои родные, мороз и холод окутывает. И в это время обедать очень хорошо. Очень прекрасно. Вы говорили, выйди на улицу. Чё ты дома? Чё ты дома? Вы писали в комментариях, что ты все дома обедаешь, ужинаешь дома. Вот я ради вас ужинаю на улице. Очень вкусно. Я даже хлебушек взял. Вот. Балдежно. Хлебушком, закуском. Я чистый, опрятный. Теперь я почистил зубы, я помылся в душе. Я подстриг голову, побрился, как вы и писали в комментариях. Ты брось щетиной, ты грязный. Я помылся, подстригся. Волосы на голове подстриг, побрил бороду. Ради вас. Теперь я вышел на улицу, красиво тут. Ну, показать людям, как тут красиво. Ну, еще баночку пива как раз откроешь. Да? Зачем? На улице-то сейчас зачем? Сейчас надо поить. Мои родные, ради вас я вышел на улицу поить. В парк. Республика Хакасия, город Черногорск. Парк 9-го поселка. Это парк 9-го поселка. Здесь магазин «Каскад» недалеко. Петровский недалеко. Кстати, эту тушенку я купил в магазине Петровском. Тут мало жил. Да вообще тут почти жил нету, эта тушенка. Она очень вкусная. Пробую, оцениваю, дегустирую, на вкус аромат. Говядина, тушеная, высший сорт. Что, до конца, что ли, доедать? Конечно. Устала рука просто. Да, подожди.
Сейчас, подожди. Сейчас я возьму. Мои родные, мои дорогие. На хлеб. Мои родные, мои дорогие. Сейчас я попробую как-то вот сам доить ее. Очень вкусно, очень ароматно. Вы просили, помойся, я помылся. Теперь я пахну отлично. Я помылся шампунем X-Black. И на улице обедать. Очень классно. Скажи свое мнение. Отлично, вообще воздухом подышали. Да, воздухом на улице. Поел. Спасибо, мои родные, спасибо, мои дорогие, за хорошие комментарии, за плохие комментарии. Павел Кузнецов и твоему сыну Артему большой привет. Скажи всем нашим родным, дорогим подписчикам, спасибо за хорошие комментарии. Спасибо всем подписчикам за хорошие, за плохие комментарии. За лайки и дизлайки. Им очень понравилось видео, когда мы пили пиво, помнишь? Ну, понятно. Я ел роллы, им очень понравилось, спасибо вам. Просто батя замерз. У нас же, знаешь, холода какие в Сибири. Вот это я оставлю, собачка, может, подойдут, поедят. Вот сюда. На вилочку. Всем пока! Всем пока! Наши родные, дорогие подписчики, благополучия, счастья и радости вам! Я пообедал на улице, в парке зимой, тушенкой вкусной, очень много мяса. Всем пока!